В мире осталось менее 300 особей белых львов. На этих редчайших животных можно посмотреть у нас в Приморье. В Кипарисово в парке «Белый лев». Здесь живут три белые львицы – Тая, Луна и Сирона. Белого льва вы найдете там буквально на пальцах одной руки, можно посчитать, сколько их в России в зоопарках. Поэтому в честь этого редчайшего животного и очень такого шикарного представителя львов мы назвали этот парк. Парк в основном специализируется на диких кошках. Сейчас здесь живут черный леопард, дальневосточный леопард, африканские львы, два амурских тигра, амурские леопардовые коты и множество других хищников. У нас, да, действительно большая коллекция кошек, но также люди могут приехать покормить не только хищников, но повзаимодействовать с яками, с верблюдами, с кроликами, с козочками, с цыплятами, петушками и так далее и тому подобное. В парке можно стать свидетелем событий обычной жизни прайда «Желтых львов». Это настоящая семья, где кипят свои страсти. За порядком в прайде следит вожак Гефест. Здесь разные взаимоотношения. Кто-то главнее, постоянно меняется, какая-то пытается меняться иерархия. То есть там лев, который ниже по рангу, он пытается подловить того, кто выше, чтобы подставить, так если можно выразиться, чтобы вырасти по иерархической своей лестнице, подняться. Вот, то есть целый день здесь происходят какие-то движения. Если какие-то из членов прайда спят, то другие обязательно играют, общаются и, в общем, взаимодействуют как-то друг с другом, либо с вами. Все вольеры в белом льве свободного типа. Это позволяет посетителям наблюдать за тем, как взаимодействуют между собой животные в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания. Владислав Шлыков, Игорь Болтов, новости на восьмом.